ребята, меня зовут Настя. Так как маски в Инстаграме и вообще в других социальных сетях сейчас очень популярны, я решила поделиться с вами очень крутыми и креативными масками из Инстаграма. Вчера весь вечер и сегодня еще несколько часов днем я искала все эти маски, себе сохраняла, потому что у меня были сохранены не все, но это логично. Поэтому мне будет очень приятно, если вы за старание поставите мне лайк. Теперь погнали. Посмотрите, какой у меня чехольчик с уточкой. Я уточка, я в луже. Некоторые маски вообще можно использовать, знаете, сфоткался, закинул в инсту, как свою фотографию, и все супер. Автор отметил только маски, и будет очень креативно. Вот эта маска, она моя самая любимая, потому что неважно вообще, как я выгляжу, хоть мне 45 лет, хоть я мужик, хоть я накрашенная или креативный какой-то грим у меня, она под все подходит, и сторис с ней выглядит очень гламурненько и круто. Маска от Pixar предназначена для того, чтобы узнать, кто мы из этой вселенной. Это из-за губ. Мне показалась маска очень прикольной, ее сейчас очень часто юзают, и я решила поделиться ею с вами. Не могу сказать, что эта маска какая-то очень креативная, но прикольно. Типа кукла Братс, большие глазки, большие губки, маленький носик. Когда с утра проснулся с мешками огромными под глазами, эту маску включаешь, и ты просто красавица сразу же становишься. Это тоже одна из моих любимых масок. Выглядит просто невероятно круто. Я очень хочу сделать этот образ, можно так сказать, вживую, потому что просто потрясающе, необычно, инопланетно. Очень круто, короче. Про следующую маску меня очень часто спрашивали в ТикТоке. И сейчас я ей поделюсь, наконец-таки. На самом деле, очень грустная маска. Снова маска-тест, но в этот раз от Disney, а не Pixar. Кто-то из вселенной Disney. Да, шакал, серьезно? Вот это, я считаю, просто невероятная маска. Выглядит шикарно вообще. Вот просто фоткайся и выкладывай в инст, и не надо мучиться, как я, сидеть по несколько часов и делать фотографию. Шикарно. Следующая маска для фанатов Билли Айлиш. И я считаю, что маска очень качественно сделана. Смотрите, глаза у нас черные, да? Хоба. Моргаем, появляются слезы черные. Шикарно просто. И выглядит очень реалистично, если честно. Следующая маска безумно креативная. Она относится к той категории, когда можно с ней сфоткаться, выложить в инсту, и это просто шикарная фотография получится. Посмотрите, как круто. Можно как-нибудь там в позе какой-то встать, может закрыть глаза, и получается очень красиво. Еще можно менять фон. Вау, круто. Для фанатов Симпсонов тоже есть очень клевая маска-опросник. Кто-то из этой вселенной. Почему мне так везет? Серьезно? Очень. Одно лицо. А где усы вот эти? Маска, которую я вам сейчас показываю, тоже очень сильно креативная. Но нужно нажать на экранчик и бац. Очень круто. Боже мой, я обожаю вот такие фотографии. И, наверное, в инсте у меня уже есть это фото. Или будет скоро что-то наподобие. Поэтому переходите, смотрите. Боже, красота. Вот по-другому абсолютно, мне кажется, не назвать. А для любителей клуба романтики, у меня тоже есть масочка. И очень клевая. Кто же наш муж? Вот так вот. Да ё-моё, мне постоянно вылазит пират. Мне он не нравится вообще. Посмотрите, какая шикарная маска. Я вот эти глаза в фотошопе достаточно долго делаю, чтобы все было достаточно естественно, красиво. А тут просто взял, сфоткался, выложил. И все. No problem. Многие из нас знают Sailor Moon. Это классика. Это то, что мы раньше любили, любим сейчас. Это надо будет пересмотреть. Поэтому я нашла масочку Sailor Moon. Кто ты из Sailor Moon, точнее? Ну? Есть! Она моя любимая была, конечно же. Но мне кажется, у всех почти она была любимой. И последняя маска, но не менее клевая, чем предыдущие. Как говорится, когда с утра хочешь сам себя обмануть, что выглядишь нормально, включаешь вот такие маски
и кайфуешь от внешности. Даже глаза как будто фиолетовые, прикольно. Оно еще так сочетается с моим фоном задним. Я просто решила немножечко разнообразить канал чем-то таким простеньким, без вот этих перевоплощений макияжа, чтобы не надоедать вам. Но вы все равно обязательно ставьте лайк. Пишите комментарии под этим видео, потому что это помогает мне его продвинуть. Я буду вам безумно за это благодарна. Подписывайтесь на мой канал, если вы на него не подписаны. Я всех очень сильно люблю. Пока! Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, всех люблю.